Тверские зоозащитники начали реализацию проекта, в рамках которого помогают соцстерилизации собак и кошек, находящихся под опекой пожилых людей в Твери и Калининском районе. Президентский грант на проведение этой кампании волонтеры выиграли в июне. Всего в рамках проекта будет простерилизовано 125 животных, 90 кошек и 35 собак. Бездомные животные обязательно должны находиться под опекой пенсионера. После операции им нужно будет обеспечить передержку в течение 7-10 дней. Все это время собака или кошка будут находиться в попоне. Если вы и ваши знакомые пожилые люди нуждаются в такой помощи, можете позвонить по номеру телефона +7 900 111 43 65 в будние дни с 10 до 16:00.